Всем привет, ребята, с вами Алплей и добро пожаловать в Мопио. Сегодня в Мопио у нас с вами будет троллинг других игроков. Попробуем мы потроллить как можно больше игроков, попробуем как можно больше игроков слить, как можно больше игроков понервить немножко, чтобы они гнались за нами и старались нас укусить. Ну что же, давайте приступим. У меня, в принципе, уже неплохая прокатечка, правда, всего-то нам всего вторая. А ну, я хотя бы разочек кусану, отлично кусану. Я только что, по-моему, это оленя кусанул и уже прокачался, очень даже хорошо. Дай мне, пожалуйста, дай мне. О, отлично, спасибо тебе большое. Смотрите, как я уже очень хорошо прокачался. Это нормальненько. Ну что ж, на самом старте мы с вами уже, в принципе, вкачались и немножко потроллили даже других игроков. Я думаю, что это не будет конец, это у нас только будет начало. Давай, кто тут еще подойдет? Кого тут можно будет тролльнуть немножко или укусить за хвостик и поднять немножечко побольше массы? О, отлично, ребят, вот я вижу свою жертву. Привет, дружбанчик, привет. Он, наверное, сейчас бежит где-то водичку искать, а тут его бубух и за хвостик укусили, а тут его бубух, и сейчас еще разочек за хвостик его попробует укусить. Спросили, или я рил? Да, дружище, я рил. Вот, и это у нас троллинг. Отойди, пожалуйста, не хочу я тебя сливать, потому что это тоже AXSLAL. Так, ладно, ребят, давайте мы попробуем кого-нибудь троллнуть немножечко. Привет, дружище. Отлично, ребят, мы его только что кусанули с вами, просто здорово. Здорово мы его кусанули. Давайте мы сейчас попробуем нашего AXSLAL спасти. Давайте попробуем, иди сюда. Ты что к нему пристал-то, а? Ты что к нему пристал? Ты что, негодяй такой, на нашего AXSLAL нападает? Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. А, так. А, вот тебе, ребят. Валим. Осторожно. Чтоб он нас не слил. Спросил или мир? Да, в принципе, ладно, так и быть. У нас будет с AXSLAL мир. А вот с тобой у нас мира не будет. Ладно, давайте отсюда валить немножко. Нужно восстанавливать немножко все здоровье. Нужно немножечко прокачиваться. Отвалите от меня. Отвалите все от меня. Он, наверное, хочет меня кусануть немного. Ну ладно, ого, тут Мишка подошел. Сейчас мы у этого Мишки немного тоже не потроллим, так сказать. Немножечко у него заберем здоровье. Привет, дружбан. Да я у тебя кусану разочек. Один разочек, и все. Ах ты ж, елки-палки, ребят, он вовремя сообразил, что мы его кусать хотим. И, в принципе, свалил. Ой-ой-ой-ой, валим, ребятки. Осторожно. Главное, чтобы нас не слили тут. Ладно, нужно где-то вверх идти, либо вниз. Потому что у меня очень мало здоровья. Он меня еще сольет. О, Фортиш, привет. Сейчас мы будем еще одного чувачка троллить, если у нас получится. Он сильно прыгает, по-моему, этот олененок, наверное, да, или как это называется, существо, и до него очень трудно достать. Ладно, ребят, сейчас мы с вами попробуем еще кого-нибудь скушать. О, привет, давай, иди сюда, мой маленький-прималенький, здорово. О, отлично, ребят, мы только что с вами скушали одно существо и обратно же прокачались. Кого бы нам тут еще троллить немного? Кто тут еще? У нас есть такое вот существо, которое бы нуждалось в троллинге. Ого, ничего себе, тут у нас, смотрите, какие мощные существа, прям очень мощные. О, ничего себе, тут AXSLAL подошел. Здорово, братишка. Вот он у нас обратно. Мы с ними продолжаем играть. У-у-у-у-у. Ничего себе, чуть было меня не ливанули. Ребят, это просто жесть, конечно же. Хорошо, что я тут был прямо на самом озере и всю ту воду, которую потерял, в принципе, восстанавливаю. Ай-яй-яй, отойди от меня, лисичка. Лисичка, отойди от меня, пожалуйста. О, отлично, ребятки, эта лисичка от меня отошла. Но сейчас мы ее попробуем кусануть, когда она будет на меня, наверное, или убегать от меня она сейчас будет. Ну, посмотрим, что она... Что нас ждет-то, интересно, а? Что ты ждешь? Скажи мне, пожалуйста. О, еще одна лисичка. Привет, нормальненько, хорошо. Вот мы сейчас какую-нибудь, да, кусанем. Либо лисичку, либо, возможно, кусанем вот эту кобру. А, отлично, друзья мои. Вы видели, как я его круто кусанул? Хорошо, теперь мы с вами попробуем еще кого-нибудь кусануть. Здесь вот нам нужно попробовать вот тебя, может, кусануть. Осторожно, да что ж это будет такое? Ай-яй-яй. Отпусти меня, ты че, дружище? Чуть было не ливанул меня, ничего себе. Так, а почему у меня он... почему я вижу всех, кто в воронке сидит? Представляете, ребята? Что это такое? Какое-то обновление прошло или что? Что у нас? Ну, непонятно, лады. Вот у нас этот чувачок, который хочет меня, наверное, слить. Очень он хочет меня слить. Ну что ж, давай попробуй меня слить. Тут вот он за кем-то гонится, непонятно за кем. О, нормально, здесь вот у нас кобра. Хорошо, кобра, дай тебя, пожалуйста, кусану разочек. Спасибо, кобра, тебе за это. А, это меня кобра траванула, по-моему. Из-за этого меня все видят в этой воронке. Ну ладно, а если мы еще пару разиков выйдем и зайдем? Сейчас я немножечко восстановлю себе здоровье, воду восстановлю. И дальше мы продолжим с вами нападать на всех понадряд. В принципе, на эту кобру можно было бы тоже еще разочек напасть. Но только нету ее где-то. Отвалила. А вот эта кобра. Отлично, ребятки, отлично. Ай-яй-яй, ну отстань. Он же
уже понял, ребят, что я его буду троллить, поэтому сразу, как только я к нему подхожу, он на меня нападает. Еще и хвостиком своим это свое S включает, чтобы меня, так сказать, било. Ну ладно, ладно, хорошо. Не будем пока с тобой связываться. Тут у нас еще есть бородавочник, которого можно слить. Так, а кто у нас тут еще есть? А во, ребят, тут у нас уже пошли ассасинчики, которых можно слить. Ой, это AX. Не буду я Руслана кушать. Это, по-моему, был AX, Руслан. Отойди, да что ты делаешь? Ты что, не видишь, что ли, что я хочу у паучка черную вдову эту укусить, а? Какой негодяй. Ну что же это такое, друзья мои? Зачем он на меня охотится? Еще, наверное, из Турции, потому что название какое-то турецкое. Вот, он что, не знает, что мы с вами охотимся на черную вдову для того, чтобы поднимать себе левел еще получше? Вот у нас AXSLAL. Здорово. Вот мы обратно с ним встретились, но что-то он от нас отошел. Возможно, он не понял, что это я. Он написал, или я реал. Я ответил, что реал, но он что-то куда-то отошел. Ладно, давайте с другой стороны еще зайдем. Кто у нас тут может быть? Вот у нас ассасин. Привет, дружбончик. Нет, не привет, не привет. Не могу я до него достать, потому что по холмам, по барханам я очень плохо ползаю, как оказывается. Так, а его можно? Могу укусить разочек. О, точно, смог, ребятки. Вы смотрите, я смог его укусить разочек. О, ладно, нужно улепетывать отсюда, а то еще сольют нас с вами. О, за кого-то мы будем с вами троллить, как не за нашего крутого-прикрутого гепардика. Здорово, братишка. Иди сюда, я тебе тоже попытаюсь еще разочек, может, укусить. Давайте мы попробуем с вами кого-нибудь кусануть намного. О, я знаю, кого мы будем с вами кусать. А вот у нас есть. Есть у нас, в принципе... Жертва, это у нас Тирексик, который намного-намного прокачанный. Здорово, братишка, дай хоть кусик один. О-ху-ху. Крутяк, ребята, крутяк, просто-напросто крутяк. Я обратно же скушал его. Так, осторожно, тут еще один мой союзник, SLAXL. О, ничего себе, бегемотик, он, по-моему, за нас играет, да? Ты играешь за нас или не за нас? Да дай мне выйти отсюда, пожалуйста. Наверное, бегемотик на меня сейчас будет нападать. О, Леандр Ютубер. Ну, с Леандром Ютубером у нас не будет стычки, у нас с ним будет мир. Не-не, ты что, не кусай? Сай, конечно же, я просто так говорю. Мир не мир, но, в принципе, тебя мы кушать не будем. О, отойди, отойди. Ё-моё, только что SLAXL скушал этот вот динозаврик. Он, наверное, ему уже надоело всем давать кусики, и он решил, что ему нужно самому кусануть. Давай, 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 давай. Ну, о, отлично, ребятки, вы видели, как я его кусанул? Просто отлично. Сейчас мы с вами попробуем. Ого, как он меня ударил сильно. Ну, нормально, в принципе, он-то меня ударил, но я практически все свое, что хотел, сделал. Отлично, пару кусиков я сделал, еще мне нужно несколько тысяч, и я уже буду в... следующей эволюции, короче, у меня все получится, я надеюсь. Ого, ничего себе, сейчас казуарчик сольет одно существо благодаря орлу. Ну, конечно, орел. А, не-не-не-не-не-не-не. Ху-ху-ху. Не-не-не-не, не выходим, не выходим, ребятки. Нужно нам выходить, когда этот вот это существо отсюда выйдет. Давайте мы бананчиком сейчас попробуем ударить. Ой, не того, не того, не того. Да отстань ты от меня, елки-палки. Я тут хотел. Я, наверное, Саре помешал, и Сара мне помешала. Тут, в принципе, раненое существо было из пустыни. Мы могли подживиться. Ну ладно, бывает и такое, ничего здесь не поделать. Привет, уточка, давайте мы чуть-чуть еще вкачаемся с вами хотя бы. Ай-яй-яй-яй, вкачиваться мы здесь не будем, потому что здесь есть бегемотик, который нас с вами, нам не дает прокачиваться, да? Вот негодяй какой, ладно, давайте где-то в другой стороне попытаем счастья. Ой-ой-ой-ой, давай, вали-вали-вали, отлично, хорошо. По-моему, орел за нами не полез. Я уж думал, что он сейчас на нас будет нападать, этот плохой орел, но нет, все вроде обошлось. Отлично, сейчас мы с вами восстановим полностью здоровье, восстановим мы себе полностью водичку с помощью камня и попробуем сейчас кого-нибудь еще немножко потроллить. Отлично, мы с вами уже набрали полностью массу, все, что хотели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, отойди. Тут у нас еще есть злая-призлая птичка, орел называется. Ладно, отвали пока что от меня орел плохой, а мы тут с вами попробуем кого-нибудь скушать повкуснее. Здорово. О, вот, Сара у нас есть, которая меня нападала на меня, но я ее трогать не буду, потому что от нее мне будет очень мало прокачечки. А вот, конечно же, казуарчика, чтобы кусануть хотя бы один разочек. Я очень жирненькая обезьянка. Они, наверное, хотят меня слить, если честно. Но я бы очень хотел себя слить, но не знаю, или получится. Отлично. Не-не-не-не, отойди от меня, ничего себе. Из-за вот этой вот плохой пчелы чуть было меня казуарчик не слил. Вот тебе, получай, отлично. Мы с вами убили пчелу и теперь прокачались за тигренка. Теперь у нас будет мастер тролль. Тигр и небольшой, а быстрый гепардики. Это, наверное, два супер существа, которыми очень хорошо троллить. Но если, конечно же, не будут поворачиваться эти вот всякие существа к нам в головой, да, но нужно их за хвостик кусать. Если они будут нам поворачиваться головой, то они нас просто-напросто сольют. Ладно, этого мы орла с вами оставим в покое. Давайте мы пойдем кого-нибудь потроллим чуть-чуточку посерьезней. Я еще не знаю, кто это у нас будет, но кого-то сейчас мы обязательно с вами немного потроллим. Я надеюсь, что тут какие-то вкусняшки еще должны быть. Тут есть несколько черных драконов,
три штуки, по-моему. И вот мы сейчас попробуем их немножко, на них немножко поохотиться. Они, по-моему, были, если я не ошибаюсь, где-то здесь вот в пустыне. Возможно, они как раз-таки там двое и есть. О, Алиандр, ютубер есть, здорово, привет, дружище. Как дела? Здесь у нас еще ассасин есть. Ассасинчик, можно тебя укусить? Пожалуйста, да, я тебя разочек укушу. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Отлично, отлично, ребятки, посмотрите, как круто. Мы кусанули ассасинчика и вкачались, очень даже неплохо вкачались. Сейчас бы нам еще кого-нибудь поймать. Можно, например, вот тебя поймать и скушать. Привет, дружбанчик. Не-не-не, это моя добыча, это моя добыча. Что же ты хочешь от меня, а? Негодяй какой. Ну ладно, Алиандра, ютубера мы не трогаем. Вот у нас очередная жертва. Отлично, хорошо, сейчас забежали. Давай, выходи куда-нибудь, выходи. Выходи, будем с тобой, будем тебя кушать. Так, ну отстаньте, пожалуйста. И давай-давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, чуть было я его бы кусанул, но не получилось. Ого, ничего себе, тут ассасинчика кто-то слил, оказывается. Вот будем мы знать, что его кто-то сливанул. Давай, поверни, поверни свой хвостик. Поверни хвостик ко мне, пожалуйста, дай мне спуть. О, черный дракончик. Ребятки, вот мы кого с вами будем троллить. Да, если бы тут не было этого еще динозаврика, то было бы круто. А так, получается, динозаврик сидит в воронке, и он может нам все планы подпортить. Ладно, наверное, это на него хотят напасть, если честно. О, ничего себе, этот только что черный дракон кого-то слил. Да блин, отстань, елки-палки, если бы не этот динозаврик, я бы кусанул бы, наверное, от черного дракона, а так он меня немножечко перебил. Так, он говорит, или, типа, мир с ним. Да, давай, давай, да, давай, давай. Мир тогда с тобой, так и быть, будет у нас с тобой мир. Ого, ничего себе, нормально. Давайте мы с вами за акулку поиграем. Это тоже очень крутое существо. В принципе, за акулку мне тоже очень нравится играть. Ну ладненько, за кого мы с вами, кого мы с вами патрулим за акулку? Здесь неплохо было бы находить других акулок и вытаскивать их на берег. Вытаскивать их на сушу для того, чтобы они там погибали. Так, ладно, нужно нам где-нибудь полазить еще с вами немножко. Кого-нибудь поймать. О, привет, братан! Блин, промахнулся. Ах ты ж ты хитрюга какой. В принципе, занырнул прямо на самом старте, можно сказать. Ну ладно, будем считать, что ты пока что выиграл. Ладно, знаете, что я сделал? Мне нужно было бы, наверное, не сейчас кушать этот динозаврика, да, которого я укусанул. А мне нужно было его чуть-чуточку попозже кушать, и все было бы отлично. Либо хотя бы два кусика надо было сделать. Я сделал всего-то навсего один кусик, и вот теперь расплачиваюсь. Всего-то навсего 143 тысячи, а так было бы намного больше. Что-то здесь у нас в воде нет никого, не понимаю, почему. Что, все игроки отсюда повылетали? Так, ну тебя даже не интересно троллить, ты маленькая. О, вот кого мы с вами будем троллить. Привет, привет, дружбанчик. Давайте мы его попробуем. А нет, ребят, ему кирдык, смотрите. Его кто-то забросил, его, наверное, золотой орел забросил. Вот сюда вот. Отлично, ребят. Просто отлично. Давайте мы с вами попробуем немножко хоть кого-нибудь скушать. Ай-яй-яй, тут у нас все. Хана, наверное, ему. Отойди. Ну да ладно, не может быть. О, ничего себе, еще и меня золотой орел подбросил, да? Да не трогай меня. Ну что я тебе плохого сделал? Это просто жесть. Смотрите, этот орел плохой меня только что забросил в болото. Хорошо, что хотя бы в болото, а не куда-то в другое место, потому что здесь можно еще дотянуться. Давайте дотянемся. Отстань, отстань, отстань. Давайте мы дотянемся с вами до водички. Ху, я дотянулся, это просто жесть. Ребята, я тут троллил игроков, они взяли и меня затроллили. Ну, конечно же, золотой орел сейчас меня забросит в снежный биом, и здесь мне будет кирдык, ребятки. Да, это все, это конец, это провал. Против золотого орла, в принципе, я не попру, потому что я намного-намного слабее, чем это вот сильное и прикольное существо. И смотрите, кто у меня есть. Есть у меня уже лев. За льва тоже можно очень много кого потроллить, у него есть очень крутая способность. Он вот так вот оглушает и, в принципе, практически скушивает зебру, да, отлично. Вот такая вот уже крутая, крутое животное, крутая у него способность, и можно, в принципе, очень неплохо за него поиграть. Ну что же, ребята, наверное, я уже в следующий раз потроллю еще других игроков, еще больше игроков потроллю, возможно, мы еще с вами где-то встретимся и кого-нибудь вместе потроллим. Я думаю, что будет очень круто, например, собраться за львов, либо за гепардов и тупо троллить всех понадряд. Это будет очень и очень прикольно. Ну что же, а на этом я свой видеоролик буду заканчивать. Если он вам понравился, обязательно поставьте мне лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, кто этого еще не сделал. Ну а с вами был AllPlay, и всем пока, ребята!